После выдачи номеров небольшая разминка и вперед на старт. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли лыжные соревнования «Топски Фэмили» на призы Александра Панджинского. Мы впервые проводим эти соревнования и надеемся, что это будет только начало доброй традиции, когда в один из воскресных дней мы будем собираться всей семьей, чтобы провести действительно прекрасный день на лыжне. Более 250 любителей спорта разного возраста приняли участие в лыжной гонке на дистанциях от 600 метров. Каждый спортсмен получил медаль. Я видел этого парня, он оторвался в самом начале и просто не дал шансов соперникам. Для всех желающих провели розыгрыш призов. По словам Александра Панджинского, эти соревнования могут стать ежегодным семейным праздником. Возможно, их будут проводить даже летом в виде кроссов. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».